Как, делишки-ребятишки, с вами снова Эдисон. И сегодня у нас будет необычненький ролик, очень необычный ролик. Вот пришла мне в голову такая идея поделиться с вами своим небольшим творческим путем. Через что я проходил, какие этапы в моей жизни были. Ответить на вопрос, почему я не записываю Пиксельмон, троллинг, кто твой папочка и рубрики, которые я уже снимал давно. И сейчас я их не записываю. Почему так? Что со мной произошло? Каждый день на мой канал подписывается несколько тысяч подписчиков. Я уверен, что 70% моей аудитории пришло на мой канал именно из-за троллинга, который я записывал раньше, но сейчас уже не записываю. И каждый день в комментариях, на стримах, ВКонтакте, в моем инстаграме я вижу вопросы: «Эдисон, когда будет троллинг?» И я каждый раз отвечаю то, что я не знаю, будет ли он вообще. Еще раз, почему же я решил записать этот ролик? Потому что новые мои подписчики не знают, кем же я был раньше, как я выглядел раньше, как я вел себя раньше, что я снимал раньше и т.д. и т.п. Я могу сказать то, что на данный момент на своем канале я прошел 5 стадий. Сейчас я нахожусь на как раз таки 5-й стадии. В чем заключалась первая моя стадия? Создание канала Пиксельмон. Кто не знает, что такое Пиксельмон, это летсплей с модами на покемонов. И как раз таки где-то первые 3-4 года после создания моего канала я каждый день занимался ловлей и развитием покемонов. Это первая моя стадия. Какая вторая, третья, четвертая и на данный момент пятая, я вам говорить не буду, потому что если вам понравится этот ролик, я обещаю вам то, что запишу следующую часть, которая выйдет уже совсем скоро. Поэтому, если хочешь узнать обо мне больше, чем я занимался, что я делал и прочее, ставь лайкусик прямо сейчас. Сейчас мы будем рассматривать мою первую стадию. Если наберем хотя бы 30 тысяч лайков, я обещаю то, что запишу вторую стадию. Да. Мне кажется, то, что мы с вами можем приступить. Сейчас на своих экранах вы как раз таки видите мой канал. С чего он состоит на данный момент, сколько у меня подписчиков. Кстати, кто еще не подписан, подпишись прямо сейчас, скоро 3 миллиона, ну как скоро, через полгодика где-то. И на своих экранах вы видите самые популярные ролики на моем канале. Как видите, первый, второй, третий, шестой, где-то девятый, десятый ролик на моем канале — это троллинг. Как раз таки благодаря троллингу я набрал такое сумасшедшее количество подписчиков. Вот мне интересно, если сейчас тут кто-то, вот, допустим, ты на меня смотришь, да? Вот с какого периода ты начал меня смотреть? Что ты первое увидел на моем канале? Троллинг, Пиксельмон или что-то еще? Напиши в комментарии, сколько ты меня примерно смотришь и какой именно ролик затащил тебя на мой канал. Мне будет очень интересно. Мне также очень-очень будет интересно, если тут кто-то, кто начинал меня смотреть как раз-таки из Пиксельмона. Если тут настолько олдфаги, которые помнят Пиксельмон первый, второй, третий сезон, я сомневаюсь, что даже если они будут, то просто единицы. Поэтому как раз таки сегодня я вместе с вами рассмотрю, чем же Эдисон занимался в далеком-далеком 2013 году, когда он только-только создал свой канал. Как вы сейчас видите, это мой первый ролик на канале. Он вышел 24 июня 2013 года, то есть в этом году, в июне, моему каналу будет уже сколько? Уже целых 5 лет. 5 лет я на ютубе, можно так сказать. Уже ветеран, старичок! Это первый сезон по Пиксельмону, а сколько я их снял, мы это все узнаем в этом ролике. Ой, мало кто представляет, кем я был в то время, как я выглядел, как я себя вел. И что тогда вообще было в моей голове? Но давайте мы посмотрим хотя бы начало моего ролика, приступим и посмотрим. Всем привет! Меня зовут Эдисон, и сегодня я начинаю проходить Майнкрафт с модом Пиксельмон. И это мое первое видео, которое я когда-либо делал. Ага. Я постараюсь сделать все, чтобы вам понравилось. Я даже до сих пор помню эту фразу. Как видите, даже тут уже извиняюсь. Извините за звук в этом видео, аннотация, которую сейчас уже никто не использует. Я мало того, то, что очень тихо тогда разговаривал, потому что в соседней комнате была мама с батей, которые еще вообще тогда не представляли, чем я занимаюсь. Они узнали, что я ютубер, ну, примерно через 4 года. То есть в прошлом году они только узнали, то, что я ютубер. Я такой: «Мам, пап,
Ну да, вы меня спалили. Они сами начали следить за моим инстаграмом, ВК, вторым каналом и вообще смотреть, куда я путешествую, потому что на тот момент я жил в Португалии, я частенько разъезжал в Москву, 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 Москву. Каждый месяц я практически тогда ездил туда-обратно. И когда в один момент я сказал: «Мам, я переезжаю в Питер», они такие: «Ты чё, банк ограбил? И ты какой-то гангстер, ёпт! В смысле ты в Питер приезжаешь? В смысле ты из Португалии в другую страну приезжаешь? Как? Как у тебя это получилось?» Я такой: «Ну, вот так вот, мамуль. Так у меня и получилось». 24 июня 2013 год, первый мой ролик Пикселмона, как я тогда говорил. Покемона, я даже не помню, что это за версия, вроде 1.6.4. И мне, наверное, кажется, что стоило записать этот ролик на второй канал, но я почему-то решил: а почему на основной канал не записать? Ты же, наверное, не знаешь, кем Эдисон был 5 лет назад и что он снимал. Вот это я снимал. Пикселмон я снимал. Первый мой ролик, но ничего страшного. Идем во второй сезон Пиксельмона. 24 июня 2013, 30 января 2014. Сотая серия. Прошло примерно 8-9 месяцев. Сотая серия моего первого сезона. Сезон начался 23 июня, закончится 30 января. Первый сезон, который длится час. Понимаете? Час. Час. Тогда я ролики записывал примерно по 40-50 минут каждый ролик. Я садился, час играл. И заливал этот ролик часовой на свой канал. У меня даже частенько так бывало, то, что я в день выкладывал по 2, а то и по 3 ролика, которые длились 1 час. Один, мать его, час, понимаете? 3 часовых ролика на канале в день. И многие сейчас могут сказать: «Эдисон, Эдисон, ты обленился, почему ты тогда сейчас выкладываешь ролики на свой канал, которые там длятся 10-15 минут, а почему ты не выкладываешь по 2, по 3 ролика?» Ну потому что я тогда приходил в школы, записывал ролик за 30 минут, монтировал его 10 минут и заливал на канал. В итоге у меня ходило 40 минут. Сейчас я просыпаюсь, до 2 часов записываю ролик, потом трачу примерно 3 часа на монтаж, заливаю ролик, делаю нормальную превьюху, и в среднем, чтобы выложить ролик, у меня на это уходит 5 часов. Это только каждый день у меня уходит 5 часов на то, чтобы залить ролик, не считая стримов. И не считая, что мне иногда нужно записывать ролики наперед, чтобы просто выйти на улицу немного погулять. Потому что у меня ролики на канале выходят каждый день уже на протяжении 5 лет. Кто не знает, у меня на канале больше, чем 2000 роликов. Познавательный ролик. Давно такого не было на канале Эдисона. На первом канале вообще такого никогда не было. Ну хорошо, конец первого сезона. 30 января, приходим ко второму сезону. 16 февраля, спустя примерно 16-17 дней, я начинаю записывать свой второй сезон Пиксельмона. Давайте посмотрим, как я тут уже разговариваю. Ну что? Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. В тот момент я поставил себе скобки, мне очень неудобно было разговаривать. Я разговаривал, надо вот так. И тем более у меня был украинский акцент, у меня был немного португальский акцент, и у меня в голове все нам так перемешалось, что я даже не умел разговаривать по-русски, типа. Ну, словно было мне в то время разговаривать. Как видите, даже тогда у меня еще не было приветствия, этим молодым. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Да. Мне так кажется, то, что дальше продолжать тему с этими третьими, четвертыми, пятыми, шестыми сезонами Пиксельмона нету смысла, потому что в сумме у меня на канале почти 700 роликов с покемонами. Это очень много. И смотреть каждый сезон, где было практически одно и то же, нет смысла. Если хочешь увидеть вторую мою стадию жизни на ютубе, третью, четвертую и в данный момент пятую, ставь лайкусик прямо сейчас и подписывайся на канал. Давайте соберем хотя бы 30 тысяч лайков, я обещаю то, что я сразу же выпущу следующую часть. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.